Здравствуйте! Продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях эксперт автономной некоммерческой организации «Бюро товарных экспертиз», эксперт-товаровед Серова Ольга Ивановна. И сегодня мы хотели бы поговорить о таком виде экспертиз, как товароведческая экспертиза для таможенных органов. Ваше заключение является одним из основных доказательств в суде. Да. Который можно противопоставить экспертизе таможенных органов. Единственное, что, почему нас вызывают в суды, я сейчас вам поясню, почему меня в Краснодар вызвали. Значит, все дело в том, что вот эти вот экспертизы, они в основном заключаются по договорам. Вернее, они выполняются по заключению договоров. Так, внесудебные исследования. То есть внесудебные, да. Но процессуально у нас есть такой статус специалиста. Нет, оно он понятно, что во всех процессуальных кодексах. Я согласна. А судьям нужно, чтобы была моя подписка об уголовной ответственности, когда я прихожу в суд, естественно, я там даю свою подписку об ответственности. Вот тогда они уже считаются с моим заключением и приобщают его к материалам дела. Ну, в принципе, это да, это процессуальная чистая вещь, чисто исключительно юридические, это не говорит о некомпетенции, некомпетентности эксперта, это говорит только лишь о соблюдении процессуальных норм и правил при судопроизводстве, по хорошему счету. Спасибо, Ольга Ивановна. Я думаю, сегодня была полезна наша информация, потому что это достаточно такой существенный вопрос, потому что все мы являемся потребителями того или иного товара, и на нас тоже влияет ценообразование данного товара, так, его розничная цена, которая в том числе зависит и от таможенных пошлин, налогов, заплаченных ввозные пошлины. Поэтому обращайтесь, если у вас будут какие-то вопросы, либо вам что-то было непонятно при нашей беседе, обращайтесь, пожалуйста, наши телефоны вы можете увидеть на сайте, мы вам всегда подскажем, поможем и проведем для вас при необходимости экспертизу. Спасибо большое, Ольга Ивановна, всего доброго, до свидания.